еще много там видели, да, они на камень не могут написать много ялов. Да. Ну, это человек. Это современные тоже так же писали. Да. Поэтому некоторые древние ялоги одинаковые с очень важно и интересно то, что группа из 11 российских журналистов смогла приехать в ваш очень красивый город. Действительно, мы сегодня получили большое впечатление от музея, где вот эти исторические маски и фигуры. Я об этом читал раньше. В принципе, российские туристы едут обычно в Пекин или на побережье, на остров Хайнань. Но действительно нужно расширять географию, и нужно, чтобы российские туристы приезжали и в Чэнду. Я с удовольствием познакомился сегодня с Сычуаньской оперой. И мне кажется, она будет интересна многим российским туристам, которые приезжают в Китай. И мне кажется, было бы очень интересно и очень полезно, если бы китайские артисты чаще приезжали в Россию, а российские туристы имели бы а российские актеры имели бы возможность посещать Китай. Я думаю, что все россияне уже поняли, что Китай – это очень развитая индустриальная страна с хорошим экономическим потенциалом. И мне кажется, сейчас самое важное рассказать российским россиянам, что Китай – это также великолепное место, где можно проводить хорошо время. Это отличное место для отдыха и экскурсий.